Я приветствую всех на своем канале «Есть поесть». Сегодня пеку необычайный пирог, я бы даже сказала торт. Этот десерт носит название «Пирог Гагарина». Целесообразно брать кислое варенье. Я, например, использую варенье из алычи. Список ингредиентов, как обычно, смотрите под описанием под видео. Можно тесто замесить руками, но я воспользуюсь техникой. В чашу кладу сахар, желтки, немного соли и ванильного сахара. И разотру до растворения сахара. Выкладываю сюда масло, муку с разрыхлителем и замешу тесто. Тесто готово. Оно должно получиться таким достаточно мягким. И теперь при помощи весов я разделю его ровно на три части. В одну часть добавляю порошок какао и тщательно его вмешаю в тесто. Одну часть белого теста и коричневое тесто я положила в мешочки и теперь уберу в морозильную камеру примерно на 1 час. А одну часть белого теста я распределю по форме. Диаметр формы у меня 18 сантиметров, дно я покрыла пергаментом. Ну вот, основа готова, я сделала еще такие небольшие бортики. Теперь сделаю немного наколов вилкой и отправляю форму в морозилку. Далее, когда основа замерзнет, я выкладываю на нее варенье. Замороженное темное тесто я натру на крупной терке. Выкладываю тертое темное тесто на варенье. Далее взяла отложенные белки, добавлю сюда немного соли и взобью до состояния пены. Теперь добавляю сюда сахар и взбиваю еще. Взбивать нужно до тех пор, пока белки перестанут быть пеной и достигнут более-менее однородного состояния, но еще не достигнут состояния пиков. Теперь мне нужно добавить сюда сухой кисель. Ну вот, белковый крем у меня готов. Он чем-то напоминает зефирную массу. Выкладываю белковую массу на пирог. Натру оставшуюся замороженную белую часть также на крупной терке. И распределяю белую стружку сверху пирога. Отправляю пирог в духовку, заранее разогретую до 170 градусов. И буду выпекать примерно 45 минут. Вы ориентируйтесь по своей духовке. Пирог готов. Дам ему хорошо остыть прямо в форме на решетке. Сверху я его слегка посыпаю сахарной пудрой. Пирог получается таким крохким, хрупким, сама нежность. А вот этот шоколадный слой смешивается с вареньем и становится не рассыпчатым, а таким немного вязким. Чем-то напоминает шоколадный крем. В этом пироге сочетается очень нежное, рассыпчатое песочное тесто и воздушное белковое суфле с добавлением сухого киселя. В общем, обязательно испеките и попробуйте, если вы еще его не делали. Этот пирог того стоит. Спасибо всем, кто был сегодня со мной, кто смотрит и другие мои рецепты. Под описанием под видео вы найдете список моих плейлистов, где собраны рецепты на разные темы. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, а мы увидимся в следующих видео.